И что, если у меня вот так вот дела будут, я не приду на РТ, 90% не срежут? Ты если не предупредишь. Напиши в обязательно надо предупредить, короче, пианиста, да? Ну да. Знаешь, почему надо предупредить? Чтобы я, блядь, вот свое время не тратил и время других людей не тратил. Ну понятно, не ждать так вот, не в ожидании ни чуда, правильно же, Лех? Да-да-да. Ну и вряд ли в то же время вы на меня рассчитываете. Бесплатная фласка также действует, я там взял один сопротив с ГБХ. Это нормально все? Ну, два вернешь. Это нормально, пока у тебя возможность есть, я думаю, это же нормально считать. Ну, если блядь, я-то поинтересовался, я могу и вернуть, мне как-то пофигу. Так, наверное. Имею в виду, Жмелен меня не предупреждал. Тимыч. Мне принимать когда? Никому ничего. Симыч то же самое. Мозер то же самое. Эти нововведения надо где-то прописывать, сам сообщение дня или что-нибудь такое. Я вчера предупреждал, где они были в рейде. Блин, меня вчера вот свет обрубило. Вот и все. Пианист, вот у меня вчера свет обрубили, я даже не слышал этого. Предупредить можно, блядь, любым способом. Хоть сообщение на почту отправить, хоть в Дискорде, без разницы. Чтобы я потом вот так вот не сидел, блядь, минут 20, да, и ждал, блядь. А вот сейчас кто-то зайдет. Чтобы я сразу не собирал рейд и все, и забил. Это лично мое время и личное время, кто еще находится в рейде. Это вот, Лех, мне вспоминается. Помнишь, раньше были времена, когда вот тоже так же долго очень рейд собирались? Ну, я про это и говорю, что... Прям вот ностальгия. Вот смотри, уже полчаса РТ прошло, а мы так же стоим и бать и планим. Так. Сейчас. Дал тебе ассистово. Лёх, ПМ прочитай, пожалуйста. Виталь, потом по поводу этого. Окей. Так, склон, это там пока слова есть. Тупо кто-то, да? Карину похилят. А тут подамажит. Я могу тоже похилить. Итак, два реестра дроида есть. Так, нам надо Кирс получить. Кирс подождем и поедем. Аммяка зашел. Седьмая апатия это... Это замена. Понял. Это... Я отойду пока на минутку. Которых я не возьму на лича в ХМ. Потому что... И этих людей вообще один не тянет, второго я вообще даже не видел в рейдах. Сразу на сложных боссов я не возьму никогда в жизни людей. Поняли. Лёх, вопрос по тактике. Так же бьете, как и начинали тратить или как от другая так, по другой так? Всё как обычно. Ну, я, ладно, разберу. Чему выносишь шаркарям, стоишь, бьешь, ловушка перебежала? Да, блядь, ну это ты вообще мне можешь не рассказать. Это я помню, просто как вот так же по РДД в одной кучке стоят, а... Да-да-да. Или под боссом, да? Да. Так же? Да-да. Ну, окей. Шаркари — это который второй танк танчит, да? Да. Большой. Лёх, а также, да, посередине ведут шаркарей, да? Только чуть дальше. Ну, где-то да, здесь. Здесь где-то будут.
Опять лагает начало, да что такое? Так, что у нас по ДПС получается? Пока тут-то будет маленькие. Две совы будут с средним ДПС. Хреновым. Всех остальных вроде ДПС должен быть нормально. Чё, Алексеич, можно отлететь пока за припотами? Есть да. Время. 10 минут все равно будем. Это получается пилы. В принципе, нормально все. Вот еще одного мага добрать с нормальным ДПС. Будет ровно. Лети в город, он сказали, 10 минут есть. Джипс ставить просто так. Я вот не понимаю, к чему адмирал на всех персах так мало усилков. Просто магу уже ему квест. Сколько времени, а тут 180 усилков. Понимаешь, он квест не делает, кристаллы эти не сдает. Вот и мало. Просто я хотел гораздо позже. А у меня уже такое же количество. Зато у адмирала есть второй комплект Т5. Так, пока ждете, комп прибутну. Лёха, тебе просто не говорил, когда он вернется к нам? В плане? Ну его, блин, здесь дней нету. Простя? Хан. О, Проня. Не Проня? Буду. Проня вообще мне не говорил. Мне тоже. Мак, поставь порт до двора. Прыгни вниз, там бесплатный. На входе. Ты распечатаешь Т5, что ли? Да. Купил, что ли? Че два куска на фроста дают вообще? Да там чуть-чуть, там саму механику надо понять. Какой-то скилл появляется или нет? Хуя себе чуть-чуть, там топ-1 рекаунт обил. Джокера, ты лича на перифазе бьешь? Нет. Зачем? Че бы нет. Ему в ТТВ, в этом ФФБ туда доставать вообще не проблема. Миликов много, за ловушками придется нормально смотреть. Понял, Драгон. Что-то начинает. У меня пока не лагает инет. У меня есть шанс на один пул. Если дальше одного пула, то я... Пока еще нагрузки не ощутил, поэтому не лагает. 218 пинг, прям вообще идеально. 218 у тебя? Да. Я вообще что-то до хрена. На 204. Я 169 пинг.
блядь, у тебя проводной интернет, а у меня мобильный. Ну, такое же говно, как и мобильный. А в каком ты году живешь? Напомни. В 20-м. А в каком городе? В деревне, блядь, Надежда. Не, город интересен, мне год. В 20-м. Может, он в пещере вообще находится? Ну, нет, у него возможности провести проводной. Я тебе скажу так, если у меня на Камчатке есть интернет, значит, должен быть везде уже точно. Если бы у тебя на Камчатке в деревне был бы интернет, а да, базара нет? Мне жалко 15 косарей на подключение только, плюс абонентская плата. Там от 15 до 30 косарей. Вот так вот подключение. Да, проводить тяжело очень. Зато мы имеем 20-ю лоялку. Ну а что ты найди себе там единомышленников, собери их кучу, скиньтесь. Блять, у меня такие соседи алкаши, нахуй, что их, блять, лучше ебать. Иди, что Warcraft их изменит жизнь, нахуй, они пить бросят. Ну да, они пить бросят, у них просто не будет бабок на алкаш. Они панки каждое время покупать. Нельзя иметь бабки на то, когда бабок нет. Начнем с этого. Там в деревне там можно алкашку на книжку брать. Нет, нельзя уже. Деревня Тирогора тоже. Зачем ну, вот так вот успеваются нормальные хилы и танки. Если они будут сам угон пить, они ослепнут, как они будут. То значит, ты хуёвый самогон пробовал. Где ты что-то нормальное сейчас видел? Запилите шкаф кто-нибудь. Да самый нормальный самогон, батя у меня в Крыму живет, гонит. Сейчас уже даже икру красную, типа, на Новый год подделываю, типа, такое, да? Да, уже лет 15 как подделывают, нихуя ты очнулся. Ее подделывали еще лет 5 назад. Да, уже лет 15 назад ее подделывали. Как раньше, в смысле, лет 15 назад, как подделывали, чем? Да блять, нахуй ты меня суманул. Как это делали 15 назад? Ну, вот так? Как? Ты просто я думал, ты все сделал, Ауди. Это не 5 лет. Я не успел взять, ты 5-й. Ты, говорю, произвел свою икру, слышал? Ну, у тебя же есть инженер? 5 лет назад это придумали. Мак, поставь порт, пожалуйста. Ну, придумали тогда, когда известно стало, известно-то, общеизвестно стало. На, я тебе ставлю портал лично. Вот говно, блядь. Ауди у тебя 2 куска, то 5? Да, да. Чай, победим. Чё у него их 2, да? Ну ты за чай там все камни. Не, вообще их 3. Но один мне это, не идет, он рука не нужна. Надо еще 2. Зачем ты ролил туда? Слушай, это бесплатно было почти. Это как у каждого паладина есть перчатка, не знаю, нахуя, но она есть. Она потому что первая была Т5, поэтому такая хуйня. Знал, что она хуйня, просто я что-то ее строил, потом отходил. А она-то появилась раньше у меня, чем сейчас, которая рука, видишь? На я не знал, напали, что она приедет. Я что 500 гп это похуй. Перчатку. Ну, Кирис должен прийти. Почему? Ты же носишь перчатку, спрашиваешь, зачем она тебе? Ты же без перчатки. Блять, если бы у меня была бы возможность поменять до того, как я ее вскрыл, я бы ее не убил. Я так делал, я никогда не распечатал перчатку, чтобы, блядь, 2 куска одеть. Просто ради этого. А Кирс вообще точно придет сегодня? А шифтани ты 5 ДК почитать хоть что там вообще? Атлас Лути в комплекте за. Да у меня нету Атлас Лути. Нет, дефолтный сирусовский. Путеводитель по приключениям. Ну да. Если кратко на ФДК, то при несокрушимой броне каждый леденящий удар дает тебе один стак. 8 стаков накапливаются, ты их разряжаешь кровоотводом, и юзается беспощадная зима у Ешка. В смысле комплект? Еще раз повтори, пожалуйста. Ну, два куска. Типа у тебя есть этот ледяной удар, который
это голубенький такой. Ты его под несокрушимой броней настакиваешь до 8, и при 8 стаках его можно разрядить кровоотводом в беспощадную зиму. А стаки отображаются вверху справа, там, да, этот будет? Ну, что, мы его не поставить. А что не то анхоликов в Т5-м? Стаки, да, справа. А через ДБ можно поставить его ближе как-то? Tell me when. Tell me when. Антон такой, tell me when. Давай я потом тебя попрошу об этом, что-то пока долго это сказать. Хустаки можешь смотреть, да. Я тебе просто работает. Старик, я тебе потом настрою. Ой, старик. Ауди, я тебе потом помогу все настроить. Да ты опасный тип, ты мне ГП постоянно там напрашиваешь. Я? Настроишь ты мне там. Ага. Сумани меня, пожалуйста. Тут я сейчас тебе за самом ГП. Вот этого я тебя не ожидал, Ауди. Стоп, это дракон был? Япончик. А, друган. Я тут думал, это дракон. Я чуть забудал трататухи. То мне там вчера ГП там чуть ли не начислял уже. Власть почуял, гад. Власть. Меня просто пригорать начал, пожалуйста. Так, ну пока без камней, но все же. В смысле без камней? В смысле без камней? Ну, обычные по двадцатке. Нету полиролик еще пока, не добрался. Чарки есть, что еще? Да? Я-то сразу такие, да, нахуя тридцатки, сразу 36-е вставляешь, нормально. Сейчас пойду, потом после рейда вставлю. Кстати, ставить 30-е, если на 36-е потом... Сейчас Вага пишет в ЛС, почему 20-й. Там неделю дают, услышал, зачалится, по-моему. Можно... Ауди, у тебя есть неделя, чтобы они стали 36-м. Можно на это... Сколько неделя? Да. Я постараюсь, пацан, уложиться. Я как не зайду с 30-й, там уже в РБК хуя. Ну конечно, надо же как-то голду фармить. Ты бы на рынке там занимался бы какой-нибудь фигня. Не, у меня сейчас пока интерес, видишь, ты 5-й стал. Сейчас все туда. Я так понял, что вчера, что сегодня еще ебать насобираю. Хуй видать ворон. Сегодня сразу 8000. Во, 8 тысяч сразу, нихуя себе. Поэтому, да, надо самому. Ну, мы вроде гильдия, но одеваемся сами. Так, одеваемся там одинаково. А вот воронки лутаем сами. У некоторых шаманов он на третий спектр. А на двух кусках, подождите, где эту кнопочку смотреть, про которую говорили? Ну, он тебя будет активировать с кровотвода. Скилла, okay. Посмотри, если у тебя есть скилл активный, он у тебя должен быть в книжке скилла. Немножко не так работает. У тебя есть абилка кровоотвод, который тебе руну восстанавливает одну. Да. Вот, ты сначала прожимаешь прожимку усиления, это несокрушимая броня, которая там 25% что ли дает силу. Ну, я понял. Вот, под ней стакаешь ледяным ударом. Это твоя основная, в принципе, абилка, по идее. Уничтожение, ледяной удар. Вот ледяным ударом стакаешь до 8. И потом нажимаешь кровоотвод, и это хуйня к тебе. А чё за несокрушимая броня, это чё такое? Ну, это билка, конечно. Бурст. Бурст, либо деф небольшой. Она ещё увеличена 10 секунд за счёт этого Т5-го. Да, просто почитай, сам разберёшься. Это талант, да? Не, вот этот момент, что-то надо отслеживать только по 8 стаков, это вот отвлекать будет пиздец, постоянно наверх смотреть. Ладно, с тобой рыбу когда. Соебемся ждать, минус одного пойдем. Что, может, меня присмотрим? Что ты на первом же этом осквернении вайпнул рейд? Это хм, это будет. Я не вайпал рейд ни разу. Ты вчера в обычке на первой же чуме отлетел.
Ну, я просто тупанул то, что нужно было сквернение к этим сваркарям выносить. А так я тактику, ну, посмотрел вчера, все. Сквернение не нужно к сваркарям относиться. Не сквернение, а этот, вот это вот, первую фазу чуму. Это не обычно, это ХМК. Ну, я понял, я тактику шарю. Ну, еще 8 тысяч ГП. Как бы на свой страх и риск. Да возьмите, это лучше, чем ничего. Давай попробуем сманить. Конечно, он сейчас пронесет нормально, что поможет. Я видос посмотрел вчера, твой стрим. Вроде понял, из ловушки. Почему выносишь к танку? Ладно, позиционка. Да первая фаза вообще... Осквернение, то есть разбегаются все там. Прыгать нельзя. Можно. Когда осквернение, разве можно прыгать? Нет, нельзя. А что говорит, можно? Быстрее расти начинает. Боже. Это извечный вопрос. В осквернение прыгать нельзя, и с осквернения выпрыгивать можно. Да, да, вот так. Пока тут Карина, Нарсе. А что лучше выпить, настой сопротивления или настой дракона? Сопрот пьют все. Все сопрот. Лучше сопрот или сопрот? Такой вопрос. Че, вроде все готовы? Или кто-нибудь? МК, с кем обменяться? На Женька тебе. На Женька или на Локи? Погаешь. Локи, на тебя придание сил буду пока докидать. А чё, можно два флакона, да, выпить сразу? Да, можно в время ивента, да. А книжка не сбивает, ничего? Нет. А когда осквернение, ботинки можно нажимать? Да, надо. Да. Если на тебе нет. Тут у тебя же блинк есть, ну что. Плюс ботинки. Вчера что-то украл. Плюс ботинки. Если ты ботинки прожмешь, лужа сразу разольется. С чего ты взял? Ты лучше просто этот блинк прожимай свой и все. С чего ты взял, что разольется сразу? Нажмешь, узнаешь. Ну, я тебе не если не на тебе видно. Будет осквернение, ты просто прожимаешь блинк максимально быстро, тем самым выносишь осквернение. Все. Вон видео посмотри, как она там разливается. Да ну на хауде ты 5 одел, да? А все пол. Еще раз подойдите. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Меня слышно? Сейчас, да. Сопроты. Анонсов не будет, смотрите сами. Того сопрота нету, ты этот, сразу восьмёра. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Вводят свою истерию по ЛРЭю, давай. ДД, чё там стоит? Калдорама диспел.
себе провокатора поднимешь. Пока тут Ауди. Сейчас поднять? Да, сейчас, только смотри, чтобы ловушки не было. Провокатора слагаю, не знаю, что происходит. Долог. Чей диспел? У меня диспел. Провокатор 16. Заражение на вражке хилами. Я в ловушку, когда возвращался, вернулся, меня заражение добило в полете. Что с ДПС? Минус 3 ДПС нет. Фэл. Само витает. Мы нет. Или здесь? Нет. Смотрите, на мелких чума есть? Да, на одном урдоваке. Мой таргет. Перескочила. Последний урдовак заберите. В сторону веди, мемный. Денчик ко мне. Все, вижу. Нормально. Сейчас кстати. Я отдохнем. Есть чума где? Надо, уже есть. Ага. Почему в фулбой нету демон баф? Как так? Не знаю, Локи спроси. Просто весь бой кастеры сосут. Проебали 1000 СПД. Пул. Мос Ауди поднимешь после заражения. На этот Артсме поднимешь в раз. Подальше. Подальше. Ты ж ты. Рыв, блядь, нажми. Вот. Вальку проебываем. Ромбик. Да, хром, блядь. Че, мне вставать или не надо? Встанешь попозже. Прохил Рида. Снежная. Феру, да? После заражения встанешь и осквернение. Почему я Гера от шаманов не вижу уже до сих пор? Потому что я лежу. И ты не один шаман. Вальки, что вы стоите? Точнее, останьте.
так бальки должны идти, блядь. Карина выкинула, валька или что? Вот подальше, подальше. Они профиля улетели. Виталий Берни, жброна. Сейчас можно? Слышно заражение. Вернение 4. В ромбике. В ромбике, шлан. 4, да? Это лайка сама дальше летит. Стан, стан ромбик. Ромбик первый, блядь. Вы убьете в день. Чей-то. Треугольник бить или там лок? Не станы нихуя. Вот подальше, подальше. Не за медведь. Валькира, твой господин сойдет. Это тут повезло тебе. Нахуй РДД играет, распилять. Че ты там бьешь один? Там бесполезно бить, на краю вальку взял. Вот подальше, подальше. Череп. Вестер Друид отойдет у нас, или че? Уже просто ТПС по вальке не хватает. Ложимся, нам не хватит ДПС. Но я не на последнем месте, это самое главное. Это чё, полрейд решил 8к полутать? Да? Не, просто, блядь, в начале фазы демон бафа хуй. Блядь, как так? В итоге дед ДПС, ясен хуй нет ДПС. Знаешь, меньше меня давать пиздец. Лёх, я не могу вроде сидеть, это, блядь, нереально. Я не знаю, в чём проблема. Это... Либо сервак у меня именно лагает, или провайдер. Ох, у меня бутсы были, когда я бы, блядь, не добежал. При всем желании. Рыба стоит. Можете в дискорде скрин скинуть, глянуть. Очень интересно. Меня подняли. Табличка пропала, я мертв. Меня также подняли вчера, я также 8к пол. 16 следующий пол. Подожди, а за чё 8к был? Что он сделал? Мы сейчас вчерашнего дня отравим. Не-не-не, в смысле, сейчас что он сделал? А лучше первый раз умер, а второй потенчик. Да я даю только за один косяк. Я уже не считаю косяки по ходу боя от одного человека. Лёв, ты меня менять не будешь? Нет. Сколько пинг у тебя? У тебя пинг должен быть высоким. У меня пинг отличный. У меня ничего. Диск 0% загружен. У меня все прекрасно. Поставим открыть минималку графика. Если бы лагал интернет, был бы пинг высокий. В игре самом. У меня все прекрасно. Все готово запускать.
Вспомни фильм «Матрица», когда Морфеус говорит Нео: «Хватит попыток, просто бей». Ты опять там обдолбался, Войд. Так что смотрите. А потом... Пусть 16 все уже будет круче. А потом он говорит: я даже воздухом не дышу. Ты пройдешь через эти... Ты так скажешь после трая, когда убьет. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать твои отчаянные крики. Интересно, кто 16 получит? Рулетка хорошая, херня. Сколько надо еще пулов, чтобы все нормально все делали? Сколько надо начислить еще ГПшку? Ты наконец-то привет. Может, пора кикать с Гиди уже? Где 40 до пула и пончик? Стопнуть кого-то. Все, можете быть. Есть чума? Да. Идите под клик Милик. Испел. База 5 секунд. Убежал.
забираем. Вообще аудио, пока тут травится. Сейчас заражение встанет. Вот подальше, подальше. Бьем РДД ромбик. Берем все. Чейку, танк. Станок? Я давал стан. Минус сова. На ромб не зальем. Масса сову поднимешь. Сказал же, РДД все бьют ром, блядь. Чего РДД стояли, сука, тут вообще? Моссом подвинь одним псовом, проси. Череп. Сова поднимешь пока тут. Мальчик. Тут сразу обновить по друидам. Ром била только сова и яйца. И молдаван. Дайте бафы по сове. Вернее, не разбежались. Вот подальше, подальше. Вернее, прошло, сбежались, бьем Валю. Ромб, ребята. Точнее, держите, что вас прохиливает. Драгонс, Полгора. Все кучно держите, что вас сколько доставало. Блять, мы в центре находим. Где абсорб? Не вижу абсорба вообще. Тимана, блядь, почти фуловая. Это мы абсорбы что? Вот подание, что? Стремление. Надо где? Спасибо. Трусы лок. Трусы бить не надо, ромбик. Подходите, ребята, он подходит. Вот подание. Бежали сейчас, посерем сразу. Локи просился. Блять, ой, чё ты увертишь? Надо так. Заражение просили. Подходите, ребята. Разбежались. Не-не. Вот подальше, подальше. Чё сразу? Кружок. Убиваем Валю. Выражение прокидываем по боссу активно. Вальки 5 секунд. 3% у босса 2. Сквернение смежное на малых фуксе. Сквернение выносим, потом сбегаемся и переводим лича. Переводи лича на хил рейда. Пеньку прохилите, чтоб не умерла. Далек бить не надо, ничего переводить. Два раза осквернение мне дал.
Ну, нормально. На край еще, да, если прохил. На долгим на хп. На Войда на пул первого. РДД под сферу. Один этот Локи СС на Войда. Сферы бейте активнее. Рейндж наберите между собой РДД, чтобы проще было. Из мили вынести сферу. Босс на мне есть. Вага на 7 метров. Фаза. Сферы две добить. Ротаем лича и ротаем рейд. Сначала все сбираемся в центр комнаты, потом заметкой. Этот Виталий первый хардфол отдашь, пока тут потом отдашь, пусть нет. Когда этим сверху духи будут идти. Все, за звездочкой все бежим. Звездочки. Блять, звездочки пробежали. Минус 4. Блять, вот кто стоял в звездочке, нормально все было. Стояли в звездочке, серьезно. Да видите ж, блять. Урон-то звездочка не получила. Вообще ноль. Меня шотнуло, вот прожмись. Он ему зубы отдал. Он не кинул его. Он не кинул. Видите, босс, этот кто там БР есть? Артемия, дай Далок сам вставай. Артемия по денчику. Баху сразу обновите по ним. Еще у кого есть один БР? Виталий есть, будет да? Скоро, готовьтесь. Виталий, подожди. Лужа, да. Бегите быстрее. А что это? Бля. Это нахуй ты магом стоял в мире? Кто-то выпрыгал, служу выпрыгать нельзя, бля. Я не выпрыгал, я убегал спокойно. Какого хуя она там была разбита вообще? Он багнулся, выход из комнаты не было. Луж, там он дал лужу. Вот и все, как сказал, нахуй бейте. Магом стоять в мелизоне. Хуй знает. Это его 16, чё вы? Просто вопрос о фарте. Вот сейчас была лужа абсолютно хуёво разлита, блядь, и все выбежали абсолютно, блядь. Как вот мне больше понравилось, как в комнате, блядь, стояли в звездочке, часть побежала вперед, та, которая часть побежала вперед, она не умерла, а те, что стояли в звездочке, получили 5. Просто, как так фартит так людям? Там видно было все. Ну, там звездочка, звездочка, но видно же, блядь, бомбу эту, чуваки, ну серьезно. Просто... Нет, ну подожди, мы стоим в звездочке, стояли в звездочке. Там так звездочки стояли, ж дамаг не получили. Там был один момент, когда звездочка назад ушла, а, блядь, хуево туча народа так и осталась впереди, а звездочка сзади стояла. Был, ну видно же, впереди бомба была, мы ее ждали все, ну было ж понятно, как бы, чё вы. Рыба стоит. А, к примеру, если бы, ну, я РДД, да? А если бы Милику дал, он то же самое так же выбегал. Разница, он бы тоже 16 получил. Ну, может быть, для вас это будет секретом, но осквернение — это проблема не одного человека, а всего рейда. Что, за смерть в комнате не будет ГП? Ой, я тебе про лича сказал, потому что тут вообще у людей проблематично найти жопу у лича. А ты его начинаешь туда-сюда еще и лозить, и все, ну, начинают бегать. Там зависит от того, где рейд будет стоять и куда их вальки понесут. Зависит от этого. Ну, смотри, ты его привел вот сюда вот, потом ты его повернул сюда, потом переместился сюда. Да, да, я знаю, я слюхи забирал. Бывает. А, блять, фавориты, это вообще улетело. Дай, пожалуйста, Леха, в центр метку перед ногами вот этого Тириона.
Можно метку, блядь, на того, кто побольше рост? Да, предлагаю на Войда, у него фрейм. Какая разница на метка вообще? Я не видно вообще. Сейчас, блядь, вообще метку уберу, и все рандомно сами бегать будут. Жми баба вышел. Это только один раз комната, это 4. Зачем вам? Каждый должен сам понимать, как работает комната и как бегать. И не получать там урона.